Пока, Алисик. Окей, Алиса смотрит, пойдем. А не трогай ее, пойдем. Пойдем. Тут такие прикольные детям дают велосипеды в прокат. Мы проснулись, мы вчера так хорошо спали. Ты хорошо спал? Да? Даже вставать никто не хотел, опять только в 8 проснулись. Даже Алиска хорошо спала в палатке. Мы так сладко с ней спали рядышком и с Кристиной. У нас зайчики везде, да, мы только сходили в магазин, и зайчики, мы почти погладили зайчика. Он так близко был. Не, он убежал. Лучше не надо, они все равно дикие, вдруг укусит. Ты лучше за Алисой смотри, она пошла на дорогу опять. Спаковались, да? Вот, уже 10:30. На 2,5 часа с горем пополам. Зато я помылась. Я помылась и даже накрасилась. Вот, и мы... Да, красивые цветочки цветут везде здесь. Идем. Сейчас узнаем, если нам дадут велосипеды, чтобы всем нам покататься вместе, а папа пойдет поплавать. Потому что мы вчера поплавали, я посидела в джакузи, а папа распаковывался и готовил нам ужин. Значит, да, ну я чуть-чуть посижу. А мама, только 18 до 17, 17 лет можно. No, it's under 17, nobody under 17. It's children the age of 17 and under. Окей. Okay. Вика все знает, все помнит. Боже ты мой. Короче, идем смотреть, что нам дадут из велосипедов сейчас. Вики с Кристиной выдали велосипеды. Ну все, можете пробовать. Давайте, потихоньку. Только ни во что не въедь. Ну давай, Вика, вперед. Только нужно попой виляй. Move your booty. Your body that way. There you go. Now you're getting it. Кинчик Бенни у нас такая маленькая, что только-только в 6 лет она начинает. Уже детки, наверное, в 4 года могут кататься на таких велосипедах. А она вот еле-еле-еле начинает доставать для педалек. Ой, молодец ты, моя сладкая. Умничка. Сейчас Вику догоним. Заехала в траву? Там тоже побежал. Ну, там серенький. Серенькие и черненькие зайчики. Велосипедисты мои. Стоят ТПС прикольные. Их можно снимать тоже, оставаться в таких. Ох, они уехали от меня. Папа вошел в азарт. Я дала $2. Но я не играл. Ему не хватило. Он решил тоже поиграть. Алиса! Алиса, смотри! Что? Ты выиграл что-то? Держите и вместе нажмете. Окей. Okay. Let's do this. Ну хотя бы вовремя перед выездом. Hold on, don't push it here. Three, two, one, hit. Yes. Что это значит?
Нужно было где красное остановить. И все? Ближе, ближе уже к спокойно. Здесь уже начинается какая-то жизнь. 22 мили до спокойно. Мама, да. 30 чего-то еще. Да. Лика считает минуты. Но мы сегодня недолго ехали, правда? Все поспали чуть-чуть. 3 часа она была, нет? У нас уменьшился на час время, поэтому мы приезжаем на час раньше, чем мы даже думали, в 2 часа. У нас сегодня еще почти целый день здесь, завтра у нас целый день здесь. И послезавтра нам, ну, лучше часам 10-11, конечно, выехать. Вот. Так что успеем посмотреть город и будем знать уже точно, переезжаем ли мы сюда. Да? Все должны будут проголосовать. Да? Алиса тоже? Она будет решающим голосом, да? Мы въехали в нашу квартирку в Спокейне с небольшими проблемками, потому что оказалось, что она была не убрана. Дядя был добрый, хороший. Так получилось, что он сейчас не дома. И его бывшая жена должна была убраться, но бывшие жены не всегда делают то, что обещают. Вообще квартирка прикольная. Даже не квартирка, это как бы пол дома, сторона дома так сделана, которую они сдают здесь. Здесь вот как бы гостиная. И телевизор, все есть у нас, кухонка. Вот. Единственное, что мне нужно было сделать, просто тут постель была не убрана, и ванна была не убрана. И я просто постелила новую постель, здесь в шкафу уже все было, как бы чистое лежало. А грязное тут здесь было, он уже все снял, и я просто там бросила в шкаф, и все. И дядя сказал, что мне он за это вернет $20. Вот. И, говорит, ну, либо если хочешь, я, говорит, вызову уборщицу, либо, говорит, я тебе просто верну чуть-чуть денежек. Я сказала, ну, верни мне чуть-чуть денежек. Тихо, я снимаю, ничего не слышит, что я говорю. Вот. Алиса, что ты делаешь? Алиса хулиганит. Мама, хулиганит. Мама, смотри. И... Не надо ей рвать ничего. Я тут рисовать. Пожалуйста. Ты рисуй, да, рисуй. Рисую. Там у нас, я не знаю, я сейчас смогу поднять это. Вот там какой красивый вид. Ух ты. Ой, так я не знаю, как это осталось, чтобы оно не сползало вниз. Итак, вот тут такой у нас вид. Там можно сидеть. Ну, вон там стоят стульчики, столик, и там вид красивый. В ту сторону. Здесь можно смотреть закат. Здесь так называется. Или sunset. Или восход, или закат здесь можно смотреть отсюда. Ну, увидим, короче. Либо утром, либо вечером мы увидим, как солнышко либо сходит, либо заходит. И есть барабан, который больше понравился Алисе. Там соседи работают над соседним домом. Ну, здесь маленький, совсем небольшой местечко, но нам-то всего лишь здесь пару ночей переночевать, и все. Поэтому, в общем-то, все хорошо. Ня-а-а-а-а-ня-ня-ня-ня-ня! Ты почему такая хулиганка? Драчунья. Драчунья-хулиганка. Ну что, мы приехали в Спокейн. Смотри, там сзади на скутерах. Даунтаун. Да. Сегодня воскресенье, Зая? Да, там написано free parking. Идем, все. Выяснили с паркингом. Воскресенье бесплатно. Идем. Даунтаун. Спокойный ветерок дует. Но очень жарко. Жарко, да? Да. Здесь такие здания, я люблю такие. Город был построен, я думаю, ну, примерно в конце 18-го, в начале... То есть, вру. В конце 19-го, в начале 20 века. В 1880-х годах примерно когда-то. Ну, надо будет почитать историю на самом деле. Но по архитектуре, мне кажется, что многие здания были построены в начале 20-го года.
или в конце 19 века. Века, не года. Вот. А, я просто иду смотрю одновременно, поэтому думаю, смотрю, и смотрю, и думаю. Да. Вот. Гейские флаги, либеральный штат. Нам это нравится. Мы любим либеральные штаты. Мы за права всех людей. Вот. Идем в ресторанчик встречаться с нашим другом, который уехал сюда, в этот город, уже несколько лет назад. И... Доедаемся. Вы такие голодные все, да? Вкусно? Шоколадочками есть? Алиса наконец-таки начала кушать опять, как обычно, шримпики наворачивать. Я стал меньше пить. Потому что я прихожу, знаешь, домой, бывает, 6. Лось, не снимаем. Мам, я доела. А? Доела? Мы вышли из ресторанчика гулять уже по Спотлейну с нашими друзьями. Элла и Саша. Да. Кристина доедает свои fortune cookie. Не виляй, пожалуйста, едь нормально, потому что мы идем гулять по незнакомому городу. У нас идут друзья, которые здесь живут. Нам рассказывают, потому что мы собираемся сюда переезжать, окей? Если хочешь. Да. Ну, мы гуляем, чтобы посмотреть, как нам понравится здесь, окей? Вот, тут ты увидела библиотеку, да, Вика? Да. Ну, нет, она уже закрыта. Сегодня воскресенье. Такие статуи прикольные, которые бегут, все бегущие люди. Встаньте рядышком, кого-то вы бежите. Это центральный Спокейн. Где же ты сидел, Зая? А так что тетю за сиси потрогала. Там куда, на водопад? Видите, на водопад идем. Сможешь перейти? Сейчас водопад. Здесь входят фуникулеры. Так, стой. По четвергам. Давай, пойдем. То, что Running Club, там тоже дофига таких, которые там постоянно всякие. Здесь рейсов полно. Тоже эти 50K, 100 миль. А? Сейчас нет, машинка. Если мы сюда переедем, тогда сможем поехать там. Хочешь переехать сюда? Да, окей. Все, мы ее взяли этим. Я не хочу. Я сказала, мы будем голосовать. Вот, Вику взяли этим, фуникулерами. Там есть свет. Это просто обалденно. Я хочу здесь жить. Это мой город. Хантингтон парк. Это даунтаун, это центр города. Здесь ходят фуникулеры. Здесь водопад посреди города. Прямо посреди города водопад. Это огромный мост. И водопад. И это класс. Это класс. О май гад. У меня просто даже нет слов. Я хочу жить здесь. Вау.
самый центр. Неранью. Спокойно. Спокойно. Это водопад включил через центр города. Идем наверх водопада. Давай, рассказывай мне. Нет. Про культуру рассказывай. Нет. Сори. Дети. Мы могли так пойти. Тоже, я просто заодно снимаю, потому что мне нужно запомнить, как мы, когда мы ходим. Какая красота. Смотри, красиво. Правда красиво, Викуся? Тебе нравится? Я хочу тут сюда переехать. Хочешь? Да. Считаю, в Англии побывать. Хочет, видишь? Мокрая трава полетит. Алиса, ты хочешь переехать? Нет, мы все равно. Не хочешь? Кристина, ты хочешь? Да. Раз, два, три, все, мы уже проголосовали. Больше люди хотят сюда переезжать. Да. Алиса только не хочет переезжать. Алиса не знает, а папа еще не знает, а я да. То есть нас уже три.